Наступна імпровізація називається «Історія кохання». Наша зіркова пара розкаже свою історію кохання, після чого я поясню суть імпровізації. Я не пам'ятаю, коли це було. 11:10. Боже! 10. Що 10? 11. 11 років тому це було. Конечно. 11 років тому на ігрі КВН познайомились. Я працював звичайним електрослесарем 3-го разряду. Вот, я играл в команде КВН сборной комбината Ильича. И тут я его заметила. Это была городская команда КВН, которая играла у Александра Васильевича Маслякова. Мы там познакомились. Мы захотели, чтобы он был в нашей команде. Но не... Андрей не хотел идти в их команду. Андрею карьера электрослесаря 3-го разряда была комфортнее, нежели КВН. Вот. У них была дружная команда, и, собственно, они очень хотели, чтобы я... Я, на самом деле, очень хотел у них выступать. Вот, и подговаривал там нашего друга одного. И я всячески хотел с ними познакомиться, мне Настя понравилась. Настя была очень серьезной такой, серьезный. Видно, что лидер. Настя на 10 была... килограммов больше, такая серьезная женщина. На 15, скажу правду. Короче, самое интересное было, что капитан команды спрашивает у меня, ну что, возьмем его. Берем, берем, хорошенький, наконец-то хоть один хороший. А, самое классное, стоять! Может, в этом вам поможет. Как, собственно, завязались наши отношения? Как? Значит, сидим мы на банкете, пьем, едим, выпиваем. Я говорю, где зубочистка? А нигде нет, и Андрей. Держи, малыш, это тебе. Через весь стол. И такое. Ну и все. Лямур, тужур, все дела, секс. Ну давай без этого, ну что ты, такого не было. У меня был тогда, но у нас не было. Отже, бывший третий друг, так? У нас ще є друг, який так само зараз наш кум. Він теж був у цій команді, і він допомагав. І він допомагав як-то наладити отношення. Окей, добре, добре. Хлопці, вам цього достатньо? Так. Отже, суть імпровізації. Зараз хлопці будуть відтворювати історію вашого кохання, але по-своєму. Якщо по ходу ви відчуваєте, що щось не те вони говорять, якщо щось не так, ви будете бити їх шокерами. Вова грає Настю. Вибач, Настя. Я не вибачаю. Костя грає Андрія. Так? А, собственно, в мене пульт від Валіка. А я граю вашого друга. Ти граєш просто друга, да. Ти просто друг. Поїхали. Короче, Настюш. Сегодня полуфинал. Какие у тебя слова? Скотина. Всем привет. Привет! Вас приветствует команда КВН. Красивые девчонки. Давайте интригу держать. А сейчас на сцену со своим приветствием на тему «Весна» выйдет команда имени завода Ильича. Это ты. Это мы завод, мы всегда танцуем, мы строгаем на станке и всегда танцуем. Один в один я. Настюх, если честно, какой-то фуфлындос. Вау! А мне... Это что такое за чувак? А мне очень тоже понравилось, вообще. Что? Что это за му** там стоял? А, это я. На банкете. Что за проблема у меня какая-то вечером? У тебя... Что там у меня вообще? У тебя там, Настюх, у тебя там реально кура, косточка застряла. Чисто шпинатик. Шпинатик чуть-чуть надо прибрать чуть-чуть. Надо сходить к стоматологу, а то беда. Я поем, потом прихожу, еще ем. Я не ем! Дышу, и мне хватит. Слушай, чувак, а что это за девчонка с тобой? Это... Это же из той известной команды. Мариупольские бабёхи? Сборная женщин Мариуполя? Мариупольский квартал? Есть! Из той команды, ну да? Да, которая интригу держит до конца.
познакомились. Я все танцевала, ты просто, может, немножко танцевала. Танцевала. Познакомишь меня с ней? Что он так делает? Ну ты посмотри, ну богиня! Познакомишь меня с ней, дам тебе крестить своих детей. Шпагат! Как она сама с собой танцует, да? Она как бы намекает, что нужен паренек. Предложи, предложи. Если я буду играть в их команде, сделаю тебя своим кумом. А стой, я... стой. Вот зубочистка. Помнишь меня? Не. Ну я вот этот парень. Нет, я не помню. Кто ты? Подожди, сейчас. Меня постоянно кура отвлекает. А если... Ко-ко-ко! Что ты скажешь? Да, вырезаем. На это. Ставь мне между зубов. Пошел на! А потом у нас был секс. А я крестил их детей. We'll be right back.